А, нет, работает. Это глазами клопа, потому что у меня уже линзы засыхают. Хотите лайфхак? Я не знаю почему, но я все время, короче, что-то лоб светится, надо его подкрасить. Я все время в поездках забываю свою штуку для бровей. Поэтому я это делаю, просто мочу кисточку и пихаю в коричневые тени. И тенями рисую брови. Я поехала пересекать границу. Походу эфир лагает, потому что очень мало людей. Бали. С каким-то хамоном или что это, не знаю. Короче, 3 евро стоило, чтобы вы понимали. Ни интернета нет местного, поэтому вот так вот. Сороку выгнали мы с проекта уже давно, бля. Хвост нормально сделать, не могу с таким. Да вы даже не спрашивали, чтобы Леша со мной поехала. Это другое, вы не понимаете. Не отпускают так легко с проекта. Как вы думаете об этом? Я могла полететь в Эстонию, из Эстонии в другую страну поехать, потому что мне надо вылетать с другой стороны. Но это было бы дебилизм. Я бы больше потратила денег на... Ну, короче, билеты были дороже. Пиво купила. Там не было какого-то крутого. Я купила пиво за 29 центов. Приколите? Страшно было. Мне страшно было просто, когда я ночью ушла где-то. Блять, я миллион раз уже сказала, зачем поехала. Хватит мне дебильные вопросы задавать. Границу пересекать. Я европейка. Нельзя мне в России долго быть. И сразу отвечу на другой вопрос. Гражданство российское я не хочу. Да не оставили нас на месяц. Когда вот сейчас увидите эфир в понедельник, мы уже на дом 2 начали говорить, типа, ой... Вы переселяетесь обратно на дом 2. Я говорю, а что ж вы за слова не отвечаете? Вы же сказали на месяц. Зачем вы меня доводили? Спасибо. Я еще принимаю поздравления с днем рождения. Нет, тут нет. Чтобы вы понимали, тут пиво стоит очень дешево. Особенно в том городе, где я была. Я не знаю, сколько мне еще брекеты носить, мне они уже надоели. Я хочу улыбаться на фотографиях, не получается. Смотрите, как улыбаюсь. Нет, у меня по-другому. У меня... Делается каждый раз новая виза. Зачем мне виза в Германии? Я европейка. Я гражданинка Эстонии. Да, я болею. У меня какой-то тупой кашель. У меня уже 2 недели. А, такое то, что вот я сейчас разговариваю, и мне чешется горло. Какой-то сухой кашель. Вот.
«Орел и Решка» про Берлин такое себе, ничего интересного там, ну, от того, что посмотрела программу, ничего не изменилось. Ой, Сергеевна, блядь, ты свое ведро раздвинь, хотя лучше закрой, тебе зашить пизду надо, а то оттуда, блядь, все вываливается. Я не знаю, ушла и Кременкова или нет. Правда, не знаю. Я русская. Погода, ну да, холодно. Рукам. Алена не беременна, это все бред. Девушка. Она меня покатает с 8 утра до 10 по Берлину, покажет мне Берлин, а потом у меня будет еще часик погулять, и час я буду ехать до аэропорта. Я не знаю, какой срок у Черна. Зачем мне каждый день в Берлин возвращаться? Это там было один раз пару дней назад. Мне просто самолет оттуда, вот и все. Нет, немецкий не понимаю. В Питере была. Не сплю, потому что это невозможно спать. Знаете, что я решила? Я решила завести огромную книжку, в которой я буду, если куда-то ходить, то брать оттуда какую-то открытку или билет оставлять, или еще что-то, и писать свои